В рамках Всероссийского форума СМИ в Грозном прошла конференция «Мы строим телевидение». В частности, говорили об интерактивных возможностях современных каналов и о том, как меняется форма подачи информации. Отметили также возможности региональных СМИ как ресурсов развития территории. Участие в конференции приняла и руководитель РГВК «Дагестан» Елена Тагирова. Напомню, в форуме, который стартовал 10 июля в Грозном, принимают участие представители федеральных и региональных телерадиокомпаний со всей страны. В течение нескольких дней проходят лекции, тренинги и семинары от ведущих специалистов.